Ой, я быстрее. Кирилл, как и все мальчишки, коллекционирует машинки и очень любит катать их вместе с папой на перегонки. С первого взгляда мальчик ничем не отличается от сверстников. В свои 3 годика Кирилл уже умеет считать и складывает первые буквы в слова. Но в общеобразовательную школу или детский сад Кирилла не возьмут. У малыша тяжелый порог – экстрофия мочевого пузыря. Мальчик инвалид с самого рождения. Ребенок будет попросту ущербным. Он будет в памперсе, у него не будет ничего. Зачем нам предлагали как бы отказаться от ребенка? У нас как бы не было даже мысли, как бороться до последнего. Васильева с первого дня борется за возможность подарить сыну полноценную жизнь. Малыши уже сделали 3 операции в Москве, но никакого результата это не принесло. От последней операции осталась только вот эта розовая машинка, с которой Кирилл провел все время в реанимации. А еще многочисленные швы на животе и плохие воспоминания. Здесь нам пытались наши московские хирурги сделать пупок. Сейчас семья нашла врачей в Сербии. Из клиники уже пришло приглашение, но на перелет и операцию нужно около 900 тысяч рублей. Я хочу попросить помощи у всех, потому что от этого зависит жизнь моего ребенка. Это единственный шанс, чтобы мы все-таки были здоровыми. Чтобы он пошел в школу, чтобы он пошел в садик, как нормальный здоровый ребенок. Собрать необходимую сумму семья должна за 3,5 месяца. Операция назначена на декабрь. Родители верят, что деньги удастся найти и надеются на помощь. Ведь пока эта поездка в заграничную клинику – единственный шанс на выздоровление Кирилла. Юлия Бычкова, Михаил Масленников, Афонтово новости.